Детское радио представляет. Буквоед. Сима, ты куда-то собралась? Бант повязала. Я просто подумала, что ничем не отличаюсь от обычной серой мышки. Но я ведь не обычная мышка. Я ученая библиотечная мышь. А раз так, то мне нужен какой-нибудь знак отличия. Например, бант. Ты теперь всегда будешь его носить? Ну да. И все, кто меня увидит, будут знать, что перед ними не обычная мышка, а мышка из городской публичной библиотеки. Пи! Прекрасно. Жаль только слово «бант» уже придумали, точнее, заимствовали из немецкого языка. А то эту деталь женского костюма вполне могли бы назвать в твою честь. Правда? Конечно. Часто изобретение получает имя своего создателя. Множество таких примеров мы знаем из медицины. Например, болезнь Альцгеймера. Это не значит, что господин Альцгеймер первым в истории человечества начал страдать этим недугом. Это значит, что ученый по имени Альцгеймер первым описал это заболевание. Но ведь бантик к медицине не имеет отношения. Бывает, что на одежду это правило тоже распространяется. Наверняка ты знаешь, что такое жилет. Ну да, это такая кофточка без рукавов. Ее еще безрукавкой называют. Совершенно верно. Так вот, первым безрукавку стал носить королевский шут по имени Жиль. Поэтому скоро безрукавку стали называть жилетом по имени своего создателя. В 18 веке это слово получило широкое распространение и пришло в русский язык. Есть еще один знаменитый пример того, как одежда получила имя своего владельца. Это брюки галифе, которые носят военные. Их придумал французский генерал Гастон Галифе. При помощи такого покроя брюк он маскировал ранение бедра, полученное им во время франко-прусской войны. Поначалу брюки галифе носили кавалеристы, а позже и другие рода войск. Но вот что примечательно, галифе их называют только по-русски. По-французски же они зовутся просто брюки с напуском. Знаешь, Остап, я, наверное, не буду тогда носить бантик. Зачем он мне, если я не первая его придумала? Пи! Не расстраивайся, Сима. Даже если не ты первая придумала повязывать бант, нет ничего плохого в том, чтобы его носить. Он тебе очень даже идет. Мурррр.